Сергей, у меня такой вопрос сразу, собственно, чем на данный момент вы занимаетесь? То есть, насколько я знаю, у вас был личный бренд, свой бренд, Да, в и какой-то... да, в какой-то момент, по-моему, вы перестали им заниматься. С чем это связано? Я буквально где-то год им занимался, развивал его, но больше меня привлекло именно, как это сказать, консультировать дизайнеров, бренды, которые обращались ко мне в большом количестве, спрашивали, и я перешел больше вот на этот этап развития, когда ты работаешь с брендом, помогаешь им в развитии. И сейчас на данный момент я этим и занимаюсь. То есть... Это то, что связано с вашей работой с брендом Wisdom, если не ошибаюсь, да? И один из них, да, тоже бренд Ага, Wisdom. ага. Это очень интересно. И, Сергей, почему все-таки вот вы решили переквалифицироваться? Да, то есть я понимаю, что консалтинг это интересно, и консалтинг он всегда всех Ну, привлекает, я но бы не тем не сказал, менее. чтобы я полностью переквалифицировался в эту стезю. Просто сейчас, на данный момент, я, не вижу пока свой бренд как какой-то... Я просто очень медленно и обдумываю каждый шаг, чтобы... Просто сейчас очень много появилось брендов, которые похожи друг на друга. И, в принципе, мне хочется что-то сделать со смыслом и что-то очень уникальное и небольшое. Я желаю им безумного постоянного развития, постоянно новых идей, каких-то людей, приходящих сюда, учиться чему-то новому, потому что это всегда очень здорово, когда приходят люди, и они вдохновляют тебя на что-то новое, творчество. Самое главное это, да, люди, которые окружают эту команду, и хочется ради них двигаться и создавать что-то вот все больше и больше, что-то интереснее.